Андрей Владимирович, а общество именно навязывает желание? Или это как в бутике, мы приходим и выбираем под себя, что нам больше подходит по форме, фигуре? Можно отвечать? Мне очень понравилась идея с бутиком, вот, но она слишком виртуозная, слишком эстетская. Вот. К сожалению, это рынок. Вот, это не... Бутик – это рынок, и, к сожалению, выигрывают те мемы и те желания, за которыми стоят наиболее кричащие продавцы. Значит, и мы, к сожалению, действительно находимся на таком рынке, вот, где кричат, плюс мы попадаем в разную сезонность. Почему важен рынок как образ? Потому что когда в какие-то моменты одно, вот сейчас всем, значит, вот, все должны быть личностью, иметь свое мнение там, и так далее. В моем рынке, когда меня формировали, говорили, что если у тебя есть свое мнение, вот, пойди остынь. Придешь, когда усвоишь правильное. Вот. И, да, значит, мы действительно находим, и это сезонно. В какой-то момент огурцы, помидоры, в какой-то момент, понимаете, каштаны, баклажаны. Ну, я не знаю, сезонность, но там какая-то должна быть в рынке. Вот, сезонные овощи. Вот, белый налив, например. Какое-то конкретное время продают, потом нету никакого налива. Вот, поэтому мы действительно оказываемся в конструкции случайных вот этих вот попаданий. В этом, с одной стороны, это печально, да, потому что, по сути дела, каждый из нас является заложником времени, в котором он родился. Ну, то есть я вот родился там, когда, не будем вспоминать, вот. И я являюсь заложником той эпохи, тех вот крикунов на этом рынке, которые мне заложили какие-то конкретные. В другое время другие будут крикуны. Да? Вот. Мы в каком-то смысле являемся заложниками того, что вообще в принципе кто-то кричит громко, а кто-то кричит тихо. Вот. Потому что я бы хотел, чтобы были крикуны, которые про философию говорят. Вот, представляете, вы заходите на рынок жизненных возможности, и там сидят Фуко, Витгенштейн, значит, Лейбниц, Спиноза там и так далее, и живо зазывают подумать о мироздании. Обычно другое на повестке, больше кричат, значит, про какое-то или материальное благополучие, или самореализацию. 53% американских подростков хотят быть звездами этого шоу-бизнеса, их этого концерты, музитьон. 53%. То есть 53% будут звездами, а 47% будет смотреть за звездами. Ну, так тебе пропорция, да? Почему? Потому что кричат. Потому что кричат. А зачем дети хотят пойти в музыканты? Думают, что там счастливая жизнь. Нет. Они думают, да? Вот. А на самом деле у них есть глубинная потребность. Значит, ну, конечно. Джеффри Миллер. «Соблазняющий разум». Читайте книжку. Значит, мы любим играть на инструментах, потому что мы в этот момент чувствуем себя сексуальными. Мы стали сексуальными. Смотрели Шрека, нет? Мы стали сексуальными. Вот. Когда он играет, и все кругом стоят, боже, боже. А это сексуально. Человек это ощущает. И почему 53% подростков? Потому что для них сейчас сексуальные на первом месте, понимаете? Все остальное пока на втором. Ну, сейчас уже все с этим все сублимируется и все вот в звезды. Да, вот. Да, и на самом деле есть глубинная потребность, которая обусловлена вот этим желанием внимания, оказаться в центре внимания, привлекать внимание, казаться значимым, ценным там, и так далее. Как мы ощущаем жизнь звезд? Хотят они стать музыкантами? Нет. Но им кажется, что хотят. Понимаете почему? Потому что им сказали, что это сексуальные. Им не говорили, но в культуре так создано, понимаете? Да? Вот. И есть истинная потребность. Но если он решит, что дело в том, чтобы стать музыкантом, он свою жизнь положит на то, чтобы стать музыкантом, а хотел-то он не этого, а... Быть в центре, там сказать, внимания можно, я прошу прощения, менеджере продаж. Я серьезно говорю, потому что иногда, ну, я просто вот, встречаешь человека, который любит, вот, да, и он
он продает, вот как на рынке, на том же, понимаете, менеджер, он продает, как дышит. То, что ему вот это же тоже спектакль, это тоже там и так далее. Вот, поэтому, а может быть этим, как его, врачом, который придумает методику, всех будет там ставить, ну, и все будут ходить, говорят, ну, Бог, и все. Такие, и человек счастлив. Вот. Поэтому ищем то, что мы хотим на самом деле. И тогда у нас появляется много возможностей, как этого добиться, и как этого достичь. Я ответил про базар? Про бутик, да? Да. Вот. Я даже развил ответ, мне кажется. Да. Не только ответил, но и переответил, как обычно.